В связи с тем, то, что проектом предусматривался один этап, вот в результате вот поручений губернатора Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Камчатки» внесла необходимые изменения проектной документации, разделила на этапы, тем самым издала надзорным органам соответствующие документы, и было решение ввести полосу как отдельный этап, и для этого была возможность осуществлять полеты. Соответственно, это позволило нам решить вопрос для прямого сообщения, и, соответственно, это качественно позволило нашим жителям Камчатского края, без, понимая, что на вертолете путем пересадки через Теречки это возникали определенные неудобства для жителей Камчатского края, но также увеличило количество времени пути. И после вот этих решений непосредственно сейчас наш житель Камчатского края свободно летает от Петропавловска до Осоры прямым рейсом на самолете.